Всем добрый день. Давно я не снимала видео, так чтобы один на один с камерой. Сегодня вот решила, ну, пока наводила мейкап себе, выглянуло солнышко, хотя у нас уже давно не было солнца, погода пасмурная, то снег, то дождь. В общем, места у меня не так много для того, чтобы снимать видео. Все, здесь у меня батарея, здесь у меня уже окно, здесь у меня уже какие-то там заготовки для различных идей для моих. И поэтому вот солнышко все ярче и ярче светит. Решила, так скажем, вот снять такое видео. Конечно, очень смешное, может быть, кому-нибудь покажется, но, девчата, если кому-то интересно, кто с детками со своими, допустим, с дочками, увлекаются игрушками, то тогда можете смотреть. Купили мы вот такую, так скажем, коробочку. Такая вот коробочка. В ней у нас самый первый оказался вот такой собачонок. Они очень мягкие, мохнатенькие, если видно. Такие приятные на ощупь. Второй нам попался вот такой медвежонок. Вернее, вот я как-то показывала в видео, что купила дочке, вот коробочку вам показывала, и представляете, ушла из дома, чтобы девчонки у меня самостоятельно сделали домашнее задание, что вот с младшей, старшая, но она запротестовала, так как вот я говорю, что имею какие-то сюрпризики, чтобы где-то в чем-то ее как бы вот, ну, стимулировать ей какой-то вот интерес, чтобы она что-то делала. Они открыли без меня эту коробочку, и она оказалась пустая. Хотя вот в них, во всех этих коробочках, лежит мармелад и вот та бумажка, что там находится, что за игрушка. Вот, вот такая вот бумажка с нарисованной игрушкой. Жевательный мармелад, такой мягкий, в виде сердечек, кружочков. И вот такой пакетик, в котором находится игрушка. Они мне звонят в расстройствах: мама, там должна быть игрушка. Я говорю: да, должна, нету. Ну, мама сходила к продавцам, мне дали коробочку такую. И нам попал в этой коробочке вот такой мешотка. А в той коробочке, кстати, был барашек. Барашек тоже такой классный. Ну, не знаю, сомневаюсь, что он мог выпасть. Либо его вытащили как-то, либо, ну, не упаковали. Это сомнение берет. Потом у меня вот, когда у нас появились вот такие вот две игрушки, у меня старшая решила собирать себе коллекцию. Ну, хочешь — собирай. Ну, так как младшие особо они не заинтересовали, эти игрушки обе перекочевали к старшей. Дала ей денежку, сходила, она купила, и ей попали вот такие вот ослик и носорог. Ну, они уже не такие мягкие, не такие пушистые. Вернее, они не мягкие, но не такие пушистые. Они так идут, как бы, как бархатные. Такой бархат. Но очень приятные вот, на ощупь. Следующее, что нам попало, это я купила, и нам попала вот такая барашка Бяша. И вот такая слонишка. Не помню я название у нее. Вот, они тоже, кстати, мохнатенькие, только собачка, мишка и вот два мишки. Это Маруся.
такая вот Маруся красавица. И поменяла у подружки вот на такого Мишутку. Это Маша, Мишка. И вот здесь вот у нас лежит маленькое чудо. Прям вот не знаю, распечатать что ли сейчас. Оно у меня лежит, так скажем, в заначках. Для того, чтобы когда-нибудь девчонкам дать. Там младший лежит, конечно. Но не удержусь я, наверное, все-таки. Давайте вскроем и покажу вам последнюю игрушку из этой коллекции. Здесь я уже посмотрела, что здесь находится цыпленок. Ой, какой он такой пушистенький, классненький, миленький. А еще лапочка. Вот такая коллекция у нас собрана. Как это вам показать? Всех их даже не знаю. Коллекции они. Не могу взять в руки даже. Вот, в общем. Так. Часть 4 здесь и 4 вот здесь. Вот такие они. Ой, какие хорошенькие. Мне самой они, честно, очень нравятся. Такие милашечки. И вот отдашь денежку, как бы уже знаешь, что попадет там конкретная игрушка, а не то, что вот сейчас, допустим, покупаем киндеры, вот младшая, все, киндер, киндер дайте, хотя вот шоколад она яйцо не ест, только из-за игрушки, а игрушки чаще ложат, так что-нибудь, либо бывает, конечно, попадается одна из нескольких хорошая игрушка, вот что если куклы Барби, там принцессы какие-то, то одна из нескольких попадается из игрушек. Вот, хотела я с вами поделиться сегодня такой коллекцией. Спасибо за внимание. Если у вас продаются такие игрушки, это вот они разные, есть коляски. У меня вот подружка покупает, там такие маленькие колясочки, классные продаются, попадаются. И в некоторых куколки, что ли. Ну вот колясочки такие замечательные, видела я, подержала, очень прелестные. Вот такие вот, в общем-то, я считаю, вот вообще-то вот для меня вот гораздо ценнее купить вот такую вот игрушечку, что там действительно хорошая вещь попадается, хорошая игрушка, так скажем, и на память, и не то, что там открываешь, а попала какая-нибудь бумажка. Вот бывает такое, что на резинку приделаны какие-то такие, типа, вот летучка, что ли, она. Ее кидаешь, она летит. Вот у нас несколько таких попадалось. Ну, естественно, мы даже в такие не играем. Ну, спасибо вам за внимание. Буду рада, если вам понравится кому-нибудь. До новой встречи!